Три новых современных автобуса пополнили автопарк школы района. 9-й хутора Бураковского, 15-й поселка Комсомольского и 14-й станицы Журовской. Вручение состоялось на центральной площади Кореновска. Благотворительную помощь в приобретении школьного транспорта оказало акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум Р». Сегодня эти школьные автобусы, которые получают наши школы, они новые, современные, а самое главное, такие необходимые. Пользуясь случаем, выражаю вам искреннюю благодарность от себя лично, от присутствующих здесь директоров школ, всех ребятишек и также их родителей за заботу, участие, за заботу о наших детях. Глава района Сергей Голобородько вручил акционерному обществу благодарность за оказание помощи. Все три школы остро нуждались в автобусах. У нас протяженность хутора 15 километров, поэтому подвоз детей – это обязательно. Нашему автобусу уже 10 лет, и с 1 января мы уже как бы не можем на нем перевозить детей. Поэтому помощь нам в предоставлении таких замечательных автобусов очень важна и очень нужна. После вручения проехали на одном из новых автобусов. Несмотря на небольшой размер, он вместительный. Для перевозки детей предусмотрены более удобные ремни безопасности, чем в старых школьных автобусах. Есть кондиционер, места для личных вещей. Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум Р» уже многие годы оказывает поддержку районам Краснодарского края в различных социальных вопросах. Я рад, что сегодня вот в Кореновском районе мы передали три автобуса. Как уже говорил глава района, в прошлом году мы оказывали поддержку в строительстве детских спортивных площадок. То есть каждый год совместно с руководством края, совместно с руководством районов мы выбираем наиболее приоритетные направления. Я надеюсь, что то, что мы делаем, будет по достоинству оценено людьми, и мы получаем удовлетворение, и я думаю, что дети будут с радостью ездить. Один из приоритетов компании – это социальная политика и поддержка населения. Юлия Бочарова, Антон Бажина, новости Кореновск.